В Беларуси задержали главреда агентства «Белапан». В квартире Ирины Левшиной утром 9 августа был проведен обыск. Следователи раскрыли системный блок ее компьютера. В Беларуси задержали главного редактора информационного агентства «Белапан» Ирину Левшину по делу о несанкционированном доступе к платным новостям государственного агентства «Белта». Об этом сообщили в Следственном комитете республики. Передает в четверг, 9 августа, Интерфакс. В то же время на сайте «Белапан» сообщается, что в квартире Левшиной утром в четверг был проведен обыск, следователи раскрыли системный блок ее компьютера. Самой Левшиной в доме нет. Скорее всего, после обыска ее увезли на допрос в Следственный комитет. Связь с Ириной Левшиной пропала сегодня утром. Она не пришла в обычное время на работу, мобильный телефон отключен, говорится в сообщении. Напомним, в Беларуси прошли обыски и задержания журналистов. Силовики задержали трех журналистов и главного редактора портала о недвижимости RealtBuy по делу о незаконном доступе к платной информации госагентства «Белта». Правоохранители также пришли с обыском к минскому корреспонденту российской редакции Deutsche Welle Павлюку Быковскому. Новости от корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://teamikorrespondent.net по материалам сайта newsgro.com.